Трубы для буржуйки. Будете оборудовать в подвале, да? В квартире. В квартире буржуйки? У меня крыши нет. Четырехэтажка, дом. Крышу попало. Ну, короче, отопления нет, воды нету, газа нету, света нету. А эти трубы какие-то волонтеры привезли, заказывали вот как? Да, там 10 дней назад писали там заявление, там, ну, вот только получили. Там буржуйки поехали. А это будем выводить в окно. Дрова в посадке. Сухостой там, чтобы попадало. Павла мы встретили случайно возле одного из сотни разбитых домов в Бахмуте. Мужчина показывает, что везет на тачке и рассказывает, как можно выжить в городе и не свихнуться от постоянных обстрелов. А как живете? Вот работы нет, ничего нет. Как выживаете? Хожу людям, забиваю окна. Здесь стекол нет, пленкой. USB-плитой. Окна забиваю. Кто даст, не дадут, не дадут. Зато помог людям. Мужчина не выезжает из родного города из-за больной матери. Говорит, не сможет вывести пожилую женщину. И подобные причины почти у каждого оставшегося жителя Бахмута. Сегодня в городе в подвалах находится около 9000 человек. Волонтеры из Японии, Такао, сегодня помогают украинцам в Бахмуте. Работают на гуманитарном штабе и в свободное время развлекают их на своем национальном инструменте. Этот трехструнный музыкальный инструмент называется сямисен. У такао он раскладной для удобства транспортировки. Парень плохо говорит по-английски, не знает русского и только начал осваивать украинский. Поэтому мы общаемся с ним через переводчик. Наш коллега озвучивает написанное такао. Він тут для того, щоб допомогти українцям евакуюватися з Бахмута, допомагати їм тут. І він ще шукає медичні препарати, шукає ліки для людей, які тут живуть. Поздравляю з днем рождения. В Японії такао повар, а здесь розтаплює буржуйку і допомагає з уборкою помещення. Живе в этих же условиях і на себе відчуває всі тяготи війни. Місцеві жителі прозвали його самураєм. Він сам підходить, ну, если ящики там таскать или там воду, когда привозят что-то, он сам хватается помогать. Если не надо помогать, мы ему стоп, no go. Если что-то надо, go me, то есть пошли со мной, показываешь, он берет, носит, таскает, показываешь ему совок, вот тут показываешь территорию, он убирает. Ежедневно украинские военнослужащие подвергаются десяткам атак российских оккупантов уже более полугода. Путин пытается занять этот город, но оборону Бахмута держат всеми силами. Позиции переходят из рук в руки неодноразово, то в одну, то в другую сторону. Трошка зараз, если порівнювати, например, с Попасною, наша артилерія майже вже зрівнялася з їхньою. Тому, я думаю, це добре і легше для піхоти. Вооруженные силы Украины не только держат оборону, но и занимают новые позиции, продолжая деоккупировать Донбасс. Так Андрей рассказывает об успешной операции, которую наши армейцы смогли осуществить на днях на Западном фронте Бахмута. Приїхали година восьма, нас вигрузили на дорозі. Бо далі техніка не може проїхати, тому що цей обстріли йдуть. І ми йшли пішому своїми цим БК, з тим всім тягнули. І нас не пускали до позиції, тому що, ще раз повторююся, мають прилади нічного бачення дуже хороші. І бійти не могли. І ми постійно там метрів 50 прийшли, залягли. Ну, трохи по посадках, там, це, щоб противник менше нас бачив. Ну, з гори пополам якось добралися, і ніч почалася з того, що зайняли там були посадку, і давай окопуватися, тому що арта працюється. Окупатися, ну так, щоб окупатися не могли, тому що темося, навіть місяць не світив. Щупили руками, де лопату запихати, щоб окупатися. Ну, під ранок вже нас, це, як то сказати, освітили, блін. Вже побачили, що це якісь вночі, які ми зробили помилки, зранку докопувалися. І під час того, як окопувалися, вели бій, бої були тяжкі, тому що противник йшов з посадки, він десь за метрів там, я не знаю,
50, там у нас був, і просто він йшов. Ну і стрілець, і багато було ранених у нас. На куртке Андрея видим необычный патч. Его бойцу прислала жена Оля. Теперь подарок любимой всегда с ним. Мужчина говорит, поддержка семьи очень важна во время активных боевых действий. Иногда именно это дает силы вновь и вновь отбивать атаки россиян и стоять за свою страну до конца.